20 октября 2014 года в ОГУ состоялась пресс-конференция ректоров вузов Оренбургской области. Приемная кампания 2015 года будет значительно отличаться от предыдущих. Будут учитываться результаты индивидуальных достижений поступающих. Максимально за все достижения 15 баллов. Имеется в виду спортивные достижения, аттестат с отличием, волонтерство, участие в олимпиадах, физкультурных, творческих мероприятиях, кроме тех олимпиад, которые дают особое преимущество при поступлении. ЕГЭ по математике будет разделен на базовый, достаточный для получения аттестата об окончании школы, и профильный уровень. Изменились сроки и процедуры зачисления. Первый этап зачисления заканчивается 4 августа. По его итогам должно закрываться 80% бюджетных мест. Второй этап заканчивается 7 августа и должен закрыть оставшиеся 20% бюджетных мест. Всего для обучения в ОГУ выделено 3134 бюджетных мест. По сравнению с прошлым годом, это на 477 мест больше, причем 371 из них в магистратуру. Количество бюджетных мест увеличится и в Оренбургском государственном педагогическом университете. Впервые мы будем осуществлять в 2015 году прием как на академический, так и на прикладной бакалавриат. Научную форму обучения в 2015 году выделено 488 мест, из них академический бакалавриат – это 398 мест, прикладной – 90. На заочную форму обучения выделено 237 бюджетных мест. То, что касается программы магистратуры. Контрольные цифры приема на обучение по программам магистратуры в 2015 году составят 186 бюджетных мест. Это на 80 мест больше, чем в 2014 году. Больше бюджетных мест в этом году выделено и Оренбургской государственной медакадемии. Без изменений остались контрольные цифры приема в Оренбургском государственном институте искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, Оренбургском институте филиале Московского государственного юридического университета имени Кутафина, а также Оренбургском институте путей сообщения. Узнать перечень направлений подготовки, вступительных испытаний, а также информацию об особых правах и преимуществах при приеме на обучение абитуриенты смогут на официальных сайтах и стендах вузов.